Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в Алдае. Друзья мои, у нас закончился 15-й сезон. Все, полностью все закрыто. Я вчера уже зашел, снабжение последний раз открыл, и у меня сезон завершен. Да, могу за 75 монет купить. Ну, что тут? Тут остатки, короче, которые здесь валяются. Вот это, может быть, я приобрету. Просто мне вот эти тактические рюкзаки незачем. Шлемов очень много, ботинки. Ну и, блин, вот из-за этой одной эмки покупать, знаете, мне как-то здесь не очень хочется даже. Я не добил 15-й сезон до конца, так как, блин, ну, что-то в последнюю очередь мне не очень хотелось бомбить эти задания. Тем более из-за такой духотищи дома. Вообще, вот я сейчас сижу, у меня все просто текет. Полностью я теку. Вот так вот. Жара вообще жопа полная. 39... Ну, 40 градусов на улице. Это душно очень. Тем более в каменной стене, так... Ой, вообще жопа. Когда кирпич нагревается, ты как вареный огурец там сидишь в этой комнате. Давайте, друзья, посмотрим, что у нас за подарки за 15-й сезон мы получили. Почта у меня увеличилась. Вообще увеличилась бомбически. Огнестрелу стало очень много. С4 у меня стало 7 штук. Да. Понемножку она у меня выросла. Когда 15-й сезон начинался, у меня не было С4 вообще. На почте не было ни одной сишки. Они у меня полностью закончились. У меня что было? В бункере Альфа начищено. В бункере Альфа, кстати, друзья, не в каждый раз попадается сишка. Мне, например, не в каждый раз попадается. Она то есть, то 3-4 сундука открываешь, ее вообще там нету. Не знаю, что за беда такая. Рандом, короче, какой-то неверный. В этом сезоне я заработал сишек. Ну, где-то около 15, может 20 сишек я заработал. Но это плюс-минус, я просто не считал их. Уравнители, гранаты, гранатомет, винторез. Винторезы, правда, были у меня еще достаны отсюда, я доставал. М16, калаши. Также миниганы были достаны. Потрошители у меня один был. Скарчиков у меня, по-моему, два было. Особенно самое такое нормальное, это мины, друзья. Мины нам пригодятся, когда мы будем в ПУ делать новый рекорд. Рекорд у меня стоит пока что 27 волн. Я доходил до 26. У меня огнестрел все кончалось, и я, короче, погибал. Максимальные волны у меня пока что 27. Ну, М16 простой. Также удочку профессиональную как-нибудь можно на досуге сбегаем, порыбачим, посмотрим, может, что-нибудь интересное выловим. Друзья, вы мне так и не ответили на вопрос, что за рыба называется там четвертая. Да, я показывал эту рыбку, я просто не знаю название. Кто знает, друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я не знаю название ее, и где ее можно поймать будет. Дробовиков немножко, УЗИшки, ну и тут понемножко. Гуань Дао у меня уже давным-давно валяется. Ну, экипировочку я, наверное, не буду показывать там, что с этой экипировкой. Вот все, что у меня попадалось. Вы посмотрите, сколько у меня тактических рюкзаков. Стоит ли мне ту штуку покупать за 75 монет? Да нет, наверное, я даже и брать не буду. Пускай он там висит и висит и висит. Ну, нет толку там, что мне эти рюкзаки. Видите, ну, ничего такого у меня с бронькой вообще нема. Ресурсов, это пипец какой-то. Вай, пороха, 14 штук. Ну, шкурки, да. Сосновое бревно, вы посмотрите, сколько у меня бревен. В каждый день у меня все плюсики-плюсики. Я помню, было 600, потом смотрю 800. Теперь я смотрю 3 девятки еще плюс сколько-то. Это пипец, у меня дерево просто выросло здесь, а. Камень, я не знаю, почему так мало камня. Обломки титановой брони, 57 штук, друзья, это бомбически. Мы их потом будем переделывать полностью и получать с этого титан. Я не знаю, конечно, сколько буду получать. Я механику полностью прокачал, у меня механика бомбически стала. На 50-й максимальный уровень поднял. Электронику и механику я поднял на 50-й. Сейчас я буду огнестрелом заниматься, чтобы огнестрел также поднять до 50-го. Ну, до максималки, короче. Стальной пластины у меня было 26 штук. Да, за 15-й сезон что-то очень мало я получил стальной пластины. 26 штук. 20-ник я снял, мне надо было там обновить
Калаш, да, калаш. Я полностью доделал глушитель на калаш. Я потом вам покажу. Так, ну это беда какая-то, это фигня. Ну, короче, остальное тут ничего интересное. Запчасти. Да, запчасти в этот раз за 15 сезон вообще круто получилось. Что я вам хотел? Карбон показать. Карбон это та вещь, которую очень трудно доставать. Чтобы ее достать, нужно разбирать огнестрел. Ну, по крайней мере, пока я не знаю, где еще можно достать. По-моему, в бункере Браво можно достать. Бункер Браво, друзья, ждите. В скором времени мы пойдем с вами чистить второй этаж. Я уже практически все готов. Так, взрывчатое вещество 15 штук. Я, правда, не знаю, для чего оно. Это, наверное, для стола химика. Извиняюсь, запутался. Вот. Скорее всего, потому что мне больше некуда его девать, у меня взрывчатого вещества. Здесь 15 штук, и, по-моему, есть где-то в сундуках. Вот, что у нас тут? Ну, залюпа, трансмиссия вездехода, микросхемы 20 штук вообще. На каком языке я говорю? Чоппер могу создать, уже не знаю, там 30-й чоппер могу создать. У меня очень много запчастей для чоппера, это пипец как много. Шестеренки... Ну и также, наверное, воздушные фильтры. Все. Тут, по-моему, ничего такого нету. Интересно. Расходники, друзья. Энергии. Энергетик. Да. Энергетик пополняется, когда вы пополняете... по-моему, покупаете что-то в магазине. Но я не заметил, когда он появлялся, энергетик. За 15 сезон, да, я получал энергетики вот эти. Я даже могу показать это все. Где... Там, привет, привет, товарищ. Вот, энергетик здесь опять штук был. 5 штук, да? Где еще? Вот тут 5, это десяточка уже будет. А, здесь 3, 13 и все, наверное, да? А нет, еще 5, 18 будет. 18, это 21. А, 21, тогда не, нифига, не за пополнение. Я думал, что пополняем, когда этот... Как он называется-то? Пополняем счет в этой игре, и нам дают бесплатно еще энергию. Но нет, нифига, такое не прошло. Я думал, ну ладно, что думал, то думал. Энергетика у меня потихонечку тратился. Ну здесь, конечно же, аптечка у меня пополнилась, точнее, лекарство для собак. Ой, тьфу, лекарство, лакомство для собак. 64 штуки. Это пипец как много. Реаниматор, 6 штук. Ну да, там по сундукам, по-моему, еще штучки 3-4 нас соберется. Это вообще бомба. Антирадин, ну и тут так. Таблетки от радиации 53 штуки. Я пока что не очень понимаю, для чего нам нужен реаниматор. Но реаниматор это, скорее всего, он... Когда при смерти уже, когда я помираю, реаниматор срабатывает. Вот так я понимаю, что я полностью восстанавливаюсь. Антирадин, скорее всего, у нас от радиации, но как он применяется, точнее, я не знаю. Также таблетки от радиации тоже не знаю, блин, как применяется. Друзья, кто знает, пишите в комментарии, прочитаю, пойму, зачекаю и проверю сам. Прикормка для рыб, ну, это мы и так знаем. Сухой корм, друзья, сухой корм, 23 штуки и витамины. Помните, я как-то говорил, что надо будет, ну, на сутки сделать... Это допинг для увеличения скорости уровня опыта. Ну, уровень, короче, повышение. Для чего он мне сейчас, я не знаю вообще. Пускай он валяется, потому что у меня уровень полностью прокачан на 209 и выше я не могу никак понять. Ну и также ящики пусто, у меня тут ничего нету ящиков. Мебель, это, наверное, кратер, скорее всего, и прочее. Смотрите, что у меня, впрочем, валяется. Это пипец, это бомба какая-то. А крышки, ох. Мы вчера тут с братишкой смеялись, нифига себе. 3 девятки, ну 1000 с копейками у меня крышек. Плюс считайте то, что у меня дома лежат крышечки. И в бункере Альфа также валяются крышечки. Газовая горелка, кстати, вот это кусачки ножовка. Я не знаю, почему у меня не пропадает. Вот это я без понятия. Но они, наверное, пропадут с новым обновлением. Также на глобальной карте у меня висит... Бар. Висит бар, и пока он еще не пропал. Можно также туда сходить, можно послушать музон, все такое. Но я туда не хожу, энергии у меня и так не хватает. Капитан, ой, карта капитана, капитан, блин. Карта капитана, у меня одна штучка, конечно же, я, наверное, ее сразу же заберу.
Элитный щенок овчарки, откуда он у меня? Я, по-моему, их всех доставал в предыдущих видосиках. Я не знаю, откуда, я правда не знаю, откуда он взялся. Карта инспектора, друзья, у меня всего лишь 5 штук. Да, знаю, что многие где-то, ну, до 7, до 8 можно было за 15 сезон эту карту инспектора получить. Одна у меня лежит в сундуке, и 5 штук у меня лежит здесь. Когда откатится у меня ПУ, мы вместе с вами сходим и откроем. Да, знаю, я уже до этого говорил, но я ждал конца 15 сезона. Ну, тут остальное так себе барахла понемножку, по чуть-чуть. Это то, что я чистил на за Превиант, друзья. За 15 сезон я потерял очень много всего. Очень много. Я бомбил все везде полностью. Вы посмотрите. У меня практически нет вообще никакого оружия. Полностью все сундуки на пустоту уходят. Ну да, молотки я принес с бункера Альфа, потому что они мне иногда нужны. Винчестеры, да, я вам попозже про них расскажу. Огнестрел. Больше у меня дома вообще нету нигде огнестрела. Вообще все по нулям. Это весь последний огнестрел, который у меня остался за 15 сезон. Посмотрите, это все, что у меня осталось. У меня нет больше нигде вообще огнестрела. Ну хотя, да, кроме почты, да, это есть. Это я ничего не говорю. Я про это вообще ничего не сказал. Плюс ящики, да, я по-новому начал собирать ящики, потому что в том видео, в котором вы смотрели, где я открывал 65 ящиков, вы просто меня удивили. Нифига себе, столько просмотров за один день. Спасибо, друзья, всем, кто подписывается на мой канал, всем тем, кто смотрит мои видосики, ставит лайки и делает просмотры. Блин, вы меня в каждый день все больше и больше удивляете, потому что просмотры... Это для меня самое важное. Это означает то, что вы все-таки смотрите мои видосики и комментируете, друзья. Не пропадайте никуда. Знаю, что из-за такой духотищи надо только купаться, надо где-то валяться, где-то отдыхать. Я вот сейчас перенапрягаюсь, я сижу, я пытаюсь вам записать этот ролик, чтобы вам он как-то понравился и закатился вам же. Что у меня тут? Ну, у меня тут, да, кстати, после, смотрите, того... Как я чищу старую ферму, у меня попадается по три щенка. По три щенка у меня попадается, это старая ферма. Ну, чтобы понятно было, да, вот один раз очистил три щенка, второй раз очистил три щенка. Есть одна беда, когда у меня не попадаются щенки. Знаете когда? Ну, это стабильно. Это когда вы идете по заданию рейдеров. Задание рейдеров вы выполняете. Сейчас я немножко перекушу. Потом мне персонаж жрать захотел. Так вот, немножко водички. Вы посмотрите, сколько у меня бутылок. Это пипец. 4. Ладно, я уже отхожу от кассы. Это когда задание у рейдеров появляется, нужно найти три щенка. Вы фиг найдете эти три щенка на старой ферме. Я сколько? Я 2 раза зачистил и только одного щенка нашел. Мне пришлось потом пропустить за монеты. Потому что я не мог найти нифига. Сейчас у меня висит задание. Это задание, конечно же, вот такое. Это слышал от других, что ты рубишь мертвечину направо или налево. Интересно посмотреть, как ты хорош. Набьешь 20 волн зомби в полицейском участке. Тогда поверю. Я, конечно же, мог бы это сделать, потому что, ну, как бы, ну, что эти 20 волн, у нас максималочка 27. Но есть одна проблема, то, что я не могу их отстоять. У меня нет огнестрела, у меня огнестрел на нулях. У меня оружие ближнего боя также закончилось. Это очень, блин, как-то странно, что у меня это все позаканчивалось, правда. Все, что у меня есть, это вот в этом сундуке и вот в том. Да, есть еще кое-где. Сейчас я посмотрю, даже может быть... Нет, ну тут камень какого-то хера валяется. Аптечки вот эти большие, все полностью закончились. Я не ною, друзья, если что, да, я просто говорю. У меня просто закончились. Да, бронь у меня вот. Бронь у меня очень много. С предыдущих рейдеров я утарабанил очень много... А, ничего себе. Бронежилетов этих хороших, броников. У меня есть тут оружие. Тут еще есть глок. Ничего себе. Целый глок нашел. Вот это да. Хотя давайте отсюда это вытарабаним. Пускай в тех ящиках я все сейчас туда закину. Вот так вот. Во. Ну, здесь рыба. Здесь ничего интересного. Здесь. Так, давайте эту карту сюда. Вот она, видите?
Карта инспектор у меня она одна валяется. Образцы, друзья, образцы до сих пор я могу зарабатывать. Не знаю почему и зачем они нафиг вообще не мне нужны. Конечно же, с нового обновления они у нас исчезнут. Но они нафиг, они мне не нужны. Кстати, когда 15 сезон шел, я открыл два топовых сундука в ПУ. Я их открыл. Блин, вот это круто. Первый раз мне попался глок целый, не ломанный, вообще не ломанный. Целый глок. И красный этот талон в бункер Альфа. А второй раз мне попался дробовик. Это, блин, бомба, нифига себе. Я даже сам не ожидал. И, конечно, одна вот эта карта. Ну и там по мелочи. Чтобы вы понимали, топовый сундук в полицейском участке за ключ. Это 5 слотов. Вот так вот. 5 слотов всякой барабанщины. Ну да, там бывает, может быть, больше, может быть, меньше. Но мне, по крайней мере, попадало по 5 слотов. Вот так вот. Я по 5 слотов выносил оттуда. Там ничего нету. Здесь я краски полным-полно. Вон пороха, я вам говорил, что пороха у меня еще плюс. Вау, еще тут лакомство есть. Круто. Вы посмотрите, сколько у меня рулей, баков, колес. Двигатели. Двигатели, конечно же, я отправляю в вездеход, как у меня накапливается 3 стака. 2 стака я уношу на вездеход, остальные стаки я оставляю. Вот карбон еще немножко есть. Также, смотрите, что, обломки титановой брони. Это бомбически, как много у меня их. Вообще, в скором времени, конечно, я начну разбирать. Но когда это начнется, извиняюсь, друзья, у меня отрыжка идет. Я пока сам не знаю. 390 крышек. О, друзья, вот они. 390, и там бункеры Альфа около 400, по-моему, у меня есть. Потом сходим, не переживайте. Посмотрите на бензин, друзья. Это весь бензин, который у меня есть дома, на хате. Как это сделать? Во. Просто, чтобы не была крышка отмечена. Посмотрите, сколько бензина у меня всего осталось. Все, я по нулям, у меня нет бензина. Я весь бензин втюхал в 15 сезон. Да, это пипец, 15 сезон содрал с меня больше чего, больше всего, чем я заработал. Ну, я не ною, конечно, мне пофиг, что. Зато огнестрела на почте теперь стало очень огромное количество. Вон баки, вон колеса. Колеса вообще до фени очень много. Винты, друзья, я начал разбирать, потому что я не вижу толку, чтобы они у меня валялись. Это просто... Они валяются просто занимая место в моих сундуках. У меня и так мало мест в этих сундуках. 15 сезон. Покедова, мы еще, может быть, встретимся, но не с 15, а с 16. Я надеюсь, что 16 сезон будет... Не такой, как 15-й. Будет намного лучше, намного круче. И он будет проводиться, конечно же, в нашем ЛДЕ. Это в офлайне. Ну и напоследок, конечно же, у меня остается винчестер, про который я вам хотел рассказать. У меня очень много модификаций на это оружие. Очень много, так как оно у нас 21 урон. Самое маленькое это был, наверное, глок. 20 урона выбивает. Сейчас глок у меня с модификациями 22 урона. А винчестер, смотрите, 21 и без модификаций. Если модификации... Где я там застрял? Если модификации сделать на винчестер... Вот у меня винчестер. Смотрите, у меня очень много модификаций на нем. Здесь есть улучшенный приклад, прочность 2. Есть усиленный приклад, прочность 3 даже. Вот это, наверное, скорее всего, этим я и займусь делать. Также у нас здесь есть улучшенная коробка. Но это, наверное, этот, как? Ой, как он называется-то? Рычаг стреляния, это забыл. Я забыл, как он называется, на языке крутится, но вспомнить забыл. Вот, урон делает. Вот это, скорее всего, делает и урон, критический шанс, и критический урон. Там все, короче, в кучу будет. Но пока у меня есть только вот это, буду вот этим заниматься. Это прочность 3, урон. Это плюс к урону, это уже будет... Если плюс 1, это, наверное, 22 урона будет. Также здесь ствол, улучшенный ствол, урон и критический шанс. Но есть вот такой ствол, урон и критический урон. Не понял. А, критический шанс. Ну тогда лучше вот этот урон плюс урон и критический урон. Да ёпти-мапти, я запутался. Короче, вот этот ствол будет лучше. Это винтажный ствол. Также здесь
Что у нас здесь интересное у меня тут есть? У меня есть вот это. Это усиленный цевьё. Усиленное цевьё. Я не знаю, что такое цевьё, правда. Критический шанс 2. Критический урон плюс. Он будет намного сильнее, чем глок бомбить. Я не знаю, на какую... Ну, как сказать-то? Я не знаю, насколько его будет хватать. Но надо проверить все-таки это все сначала собрать в кучу. А потом уже пробовать. Механический прицел, урон и критический шанс. Но есть винтажный прицел. Это как винтажный вот этот ствол. Видите? Урон плюс, критический шанс плюс. Я здесь вижу обычный модуль. Нет, подождите. Ой, да-да-да, вот это, вот-вот. Винтажный прицел. Урон и критический урон. Это будет бомба, если я его соберу, друзья. Надеюсь, в следующем видео вы увидите, как он у меня будет выглядеть, этот винчестер. Куда я потратил сталь? Вот, 10 стали. Это самодельный глушитель. Я все-таки его доделал. Теперь на калаш у меня есть глушители. Можно, если что, брать на рейды калаши теперь. Самодельный глушитель, критический урон плюс 2, урон плюс 2, шум минус 2. Прочность, конечно, отлетает и дальность отлетает. Ну, а что, мне от этого ни хорошо, ни плохо не станет, зато у меня появился глушитель. Это самое, наверное, топовое, что у меня сейчас есть. Ну, конечно, на глушителе у меня сидит дробовик. Есть глушитель вот такой, но тут дальность уменьшается. А вот здесь нормально. Здесь как бы дальность не уменьшается и не увеличивается. Глушитель также я ищу еще на глок. Если я получу, это будет бомба. У меня есть на УЗИ барабанный магазин. Это прочность 2, критический урон и критический шанс и скорость. Это добавление. Да, знаю, я пошел показывать про винчестер, а ушел совсем на другое оружие. А на этом, друзья, я буду заканчивать это видео. Кому понравилось, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякивайте колокольчик. И на сегодня всем пока-пока.